Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Геймер Раша Мобайл, с вами я, Бим, и сегодня мы с вами поиграем в долгожданную игру Order and Chaos 2. Наконец-то он вышел. Вышел довольно-таки странно, впервые на Android. Ну, не суть, главное то, что вышло. Давайте создадим с вами нового персонажа, будем играть на сервере Белая Гора. Запоминайте, будете, может, меня искать. Вместе, может, будем играть. Так, с вами будем мы играть, не знаю... Я хочу за новую расу опробовать на видеозаписи. Так, и за инквизитора. Попробуем новую расу, новый класс. Так, черты. Змей, ящер, крокодил. Ну, давайте будет крокодил у нас. Голова. Голова у нас будет. Средние рога, большие. Сломанные. О, Господи. Так, ну давайте у нас будут большие рога. Да? Да. Так, и цвет тела. Будет у нас такой огненный цвет, наверное. Так, вот и все. Видите имя. Ну, имя у нас будет, у меня будет как обычно. Так. Блин, пробел не разрешен, да? Ну ладно. Вот так вот. Создаем персонажа. Выберем теперь. Тут у нас есть выбор. Начало, где мы начнем? Так, Матросская гавань и Холмогор. Ой, Холмогор. Так, я играл на тесте, посмотрел, как будет графика, то-то, то-то. И, ну, играл на Матросской гавани. И сейчас попробуем на Холмогор. Так, тут мы будем играть за шахтеров. Точнее, охранять шахтеров. Короче, будем наемниками. Играть. Так, вот загрузочка. Совет. Находясь на карте приключений, дважды нажмите на карту, чтобы вернуться к обычному виду. Купленные на аукционе вещи доставляются к вам на почту. Да, дорогие друзья, кто делал предрегистрацию на официальном сайте Order and Chaos, то на 12 уровне вам на почту скинут эти вещи. Так, вот они мы. Побежали. Так, по-моему, не лагает. Ну, не знаю, если резко поворачивать, может, чуть-чуть есть, но в целом не особо ощутимо. Ладно, поговорим с капитаном сейчас. Так. Так, ты и есть новый рекорд, это якобы. Не могу сказать. Так, ну ладно, не будем читать, это слишком долго. В целом будем задание читать, к примеру, вот. Убейте протестующих, перестать громить все вокруг. Ну ладно, сейчас их. Одолеем. Так, вот он, протестующий. Так, что-то как-то быстро. Оп. Второй. Вот еще. Ты куда убежал? Так. Все бьют. Так, нам сюда же, да? А, нет. Куда-то дальше нам надо сдать квест. Блин, надеюсь, видео не очень сильно лагает. Ну, без записи у меня видео не лагало. Все гладко. Так, почти второй уровень у нас есть. На, вообще, откуда ты тут?
Смените на посту солдата и охраняйте вход в шахту от протестующих. Ну, могу вам сказать точно то, что тут более интересно. Ну, точнее, больше файтиться нужно. Так, это все я знаю. Вот он, наш Холмогор. Тут мы будем на начальной стадии игры. Давайте посмотрим всю карту. Так. Ну, недалеко мы находимся, вроде как, от этих двух мест. Не знаю точно. Карта, я вижу, еще до конца не доработана. Тут нету. Ну, тут... А, ну, да. Разработчики, значит, еще рассчитывают делать больше левелов. Потому что мы видим... Так, Аид. Аид. Ну, ладно, давай Аид будешь у меня в друзьях. Смотрим. Видим то, что тут... Еще много мест есть, то есть можно рассчитывать где-то, вот, допустим, 55. Так, где-то так же, наверное, 70 уровней будет. Ладно, давайте поговорим с охранником. Ох, сколько квестов. Давайте все заберем. Думаю, выполним. Я в менюшке еще не сильно разобрался. Так, помогите Льюсил. Короче, помогать всем надо. Кукурузку. Помогите инженеру. Так, тут, по-моему, можно... Сейчас, если нажать, нет? Нет, окей. Так, я не помню, где квесты сейчас заодно. Окей, я это все знаю. Так. Блин, я забыл, где задание. Задание вот. Это... Отыщите, поговорите. Вот. Нам этот надо активировать. Так. Собрать шестеренки. Ну, хотя задания повторяются. В той локации также были шестеренки. Так, нам что тут хотят показать. Так, вот наш инвентарь. Письмо для Ханны в лагере лесорубов. Что нам дадут? Не знаю. Ладно. Идем поговорим с охранником, заодно будем собирать гаечки по пути. У некоторых людей в группе возникали вопросы о гайках. Они потому что им по квесту покажут в этом месте гайка кружочком. Но тут там же квест написано «Найдите». То есть это не значит, что надо ждать и тут в надежде то, что появится. Надо идти и искать их вот так вот. Так, ну этот летсплей создан для тех, кто не может поиграть в эту игру, может посмотреть. Не знаю, или кто пока что не может поиграть. Так, можем видеть текст, как тут разговаривают, тоже можно почитать. Ну, для тех, кто любит все вот так вот прочитать, вот это Наид. Так. Окей, новый уровень, второй. Так, новый навык открыт. Так, принять на дуэль. Ну, давай, ты где? Стоп, кто на дуэль меня пригласил? Кто? А вот он ты, малявка. Иди сюда. Ох, нет, подлагивает, конечно, чутка. Ты какого? Второго уровня. А, он лук, он бегает, стреляет, да? Ой, ну ты вообще. Блин. Так, да хватит бегать. У меня игра из-за тебя подлагивает. Так, ну ладно, давай сейчас быстро скиллы прокачаем. Окей, изучить, окей. Так, давай, да. Сейчас второй скилл заберем. Да ё-моё, а вот все. Все, где он? Иди сюда. Так. Да ё-моё, я не хочу уже с ним драться, отстань. Так. Так, в тупик зашел.
Так. Убьем сейчас. Блин. Файт прям вообще эпик. Да куда ты идешь? Его бей, где он? Где он бегает? Вон он ты. А, нет, а где он? А, ну ладно, давай, добей меня. Ну ладно. Так, также нам дают тут сокровища бесплатные. Можем собрать. Так, гвозди из нержавейки. Ну ладно, давай примем. Так, о, нам жизни пополняют быстро. Так. Да ё-моё, давай нажимайся. Возьмем квест. Фух. Не, игра подлагивает. Ну ладно, я посмотрю, как это сильно ли надоедает. Так, давайте можем тут покрутить что-то. Тут получить. Так, окей. Поговорите с Лианой. Куда нам идти? А, вот с ней поговорить надо. Так, ладно, побежали. Так, побежали, побежали. Так, ладно. Фух. Да, ну тут длинные видеоролики. Не, вариант снимать. Телефон нагревается быстро. Так, тут можно. Да, не надо. Оп. Забираем. Так, паучок. Паук. А ну-ка, иди сюда. И... Чё, типа... Да не надо его бить, отойди ты. Так, исследуйте место второго обвала. О, что-то игра правда начала подлагивать нехило. Блин, что-то какие-то крысы бьются, а какие-то нет. Так. Но нам этого не надо пока что никого убивать. Оп, это кто такой тут валяется? Так. Благодарю, ты спас меня, я что-то сделал не то. О, вот камушек. Следуйте место второго обвала. Так. Не, это, конечно, очень огорчает. У меня у самого на видео сейчас лагает. Или, может, это из-за народа, не знаю даже. Сюда. Так, оп. Так, я вне записи тоже буду проходить квесты различные, потому что, ну, каждый квест прям снимать, это, конечно же, я не буду делать. Может, всякие подземелья буду снимать и то-то, то-то. Так. Расчистить завалы бомбами. Ух ты, бомбочки нам дали. Блин, надо все-таки читать. Не, я буду читать без записи, это просто потому что долго очень. Сможешь. Слава богу, ты тут. Не знаю, сколько бы мы еще продержались. Так, как мне добраться до него? Использую взрывчатку, но не слишком много. Переборщишь, и вся шахта может обрушиться. Я осторожно. Не боись. Так. Тут, по идее, человечек должен стоять, да? Завалы бомбами. Молоточком нельзя? Не. Какими бомбами? Ой. Так. Инвентарь. Нет, у нас он не тут.
О, подожди. Что-то произошло, по-моему. А, понятно. Тут, походу, бомбочки, да? Или нет? Так. О! Все, мы красавчики. Так, побежали. Ой, тут что-то сыпется. Не, ну в плане графики все очень красиво. Так, нападает сама. Это что за черепок? Так, ну ладно. Найдя что-то, нажмите. Черепки мы нашли. Забираем черепки и идем дальше. Так, войдите в шахту и отыщите. И отыщите с каином, кокаин, что за... Так, иди отсюда-ка. Эй, вот ты куда? Так, нам надо найти новые всякие оружки. Так, тут мы ничего не можем лутать. Нет? Ладно. О, много XP дали. Ежедневное испытание пройдено. Где мои задания? Завершено. Освободите Каина. Каин это что, камушек? Какой-то необычный Каин ты. Так, Каин. Сейчас я тебя освобожу. Я помогу тебе. О боже, что с тобой происходит? Я заразился, он заразился. И где он? Я думал, мы сейчас будем файтиться. А, вот он ты. Эх. Хорошо, я тебя убью. Вот. Так. Так давай, чтоб я тебя убил, а не ты меня. Так, сон какой-то положил меня он. Блин, нормально так тычкуют. Да. Нет, так прикольненько все. Все. Завалили. И идем отыщить Лиану. Так, а ну отойдите. Пройдем мимо. Ну хотя ладно, вот это. Завалим еще. Так, посмотрим потом по менюшке, что там есть интересного. Да. Что-то как-то мы их слабо бьем. В первом уровне что-то на первых лулах, я помню, вообще мощь, что мы там тачковали всех. Так, опа. Лут, лут. Точно залутать надо, может там на нас что-то будет. Так, перчаточки какие-то на рукавнике. Так. Холмворк. Так, мы можем сменить квест. Был значок. Опа, тут типа не успела что ли прогрузиться она? Да. Понятно. Не очень жаль. Итак, Кейн в шахте. Немедленно отведите меня к нему. Мне очень жаль, Кейн мертв. Синий фосфор превратил его в монстра. Кейн превратился в монстра? Ты его? Я сделал то, что должен был. Да-да-да. Бедняжка. Так. Так, еще мы можем. Так, ты... О, стоп, стоп, стоп. Тут. Так, блин, я путаюсь. Давайте поможем. Так, что, мы забираем лут? Да, мы. Надо потом разобраться с лутом, посмотреть. Так, сколько я снимаю уже? 20 минут, нифига, нехило. 2900 опыта. Я пойду за тобой. Чё, ты за мной идешь? О, куда? Ну, идем. Фух.
Фух. Да, не, максимум видео будут по 30 минут идти, потому что, правда, так очень-очень лагает все. И из-за того, что сутик нагревается. Так, идемте теперь сюда. Так, ты кто такой? Что за монашка? Так, спасите. А, нам надо было его спасти. Так, ну сейчас начали более-менее бить. И... Ну, окей. Спасите. Так мы тебя спасли. А, спасибо тебе большое, если бы не ты. Если бы ты не ты. Офигенный перевод. Так, я ищу девушку. Ее здесь не было. Думаю, да. Так, лидерысь. Спасите желторогого наемника. Так, а где он? Он там где-то. Побежали, Лили. Ой, ручкой машет он. Хей, напомню еще, кто тебя бьет-то? Ну ладно, давай поговорим с тобой. Она была возле городских ворот. Ну нифига себе, тут разворот. Так. Да уж. Офигенно. Оп, тут все. Опа, это сундук, да, где можно все хранить, да? Да. Блин, меня там фигачит. Или Ли фигачит. Так, блин. Что за файты тут? Да не надо за ним идти. Отстань. Спасите дочь. Так. Кажется, они хилятся. Все, не боись. Мамочка, мне было так страшно. Так, вот и все. Ну, слава богу, на этом же месте. Оп. Новый уровень. О, нам дадут. Что там? Не дайте Калтану сбежать из Холмогора. Да. Блин, я так путаюсь, там названия какие-то. Названия непонятные. Так. Ремесло. Здесь вы можете создавать разнообразные предметы снаряжения. Соберите как можно больше свитков и материалов, чтобы обеспечить себе мощным снаряжением. О, мы можем сделать... Стоп. Где? Вот, мы можем шлемак себе сделать. Уровень вещи 47. А, требуется уровень 5. Понятно. Создать 11. 11 чего? Что это за такие монеточки? Но это не кристаллики. Блин, ну, интересная система крафтов. Интересно будет потом поискать. Так, рюкзак. Рюкзак. Посмотрим сейчас, что тут. Это не на нас. Это не для нас. Великий амулет. Повышает физические и магические силы на 15% на 2 часа. Ну, нормально, я возьму себе. Так, блин. Задолбали уже бить. Так. Настигните Колтона. Давайте, короче, сейчас это будет последний наш квест на эту серию. Так, тебя же не было. Что там он сказал? Не успел. Так, и Зася от нее пока она тоже не заразилась. В смысле? Эл, ты чё? Я ж свой. Ну, я думал так. Так. Нам, по-моему, эта деваха тоже что-то помогает, да? Что-то кулаками машет. Так. Перебейте охрану. Охрану я перебил. Все. Все, не боя. Охрану перебил. Оу. Ну. Так. Блин. Вот. А, это не... Фигня. Так. Дай... И вы чё, какие? Я перевел охрану, отстаньте. А, и поговорите, поговорите, да.
Не дайте капитану Колтону смыться из Хумногора. Ты тут будешь в безопасности? Так, ну ладно, короче. Я не уйду. Ой, не уйдет он, точнее. Настигните. Ща. Да он, наверное, там меня ждет, пока я подойду. Такс. Побежали. Скоро у нас 5-й уровень. На 5-м уровне, по-моему, нам новый скилл. Так, это ты, да? А, нет. А, ну все, я настиг. Стоп. А, подожди, что говоришь, он направился в порт? А, порт там. Окей. Так. Ну, с вещами как-то у нас все не очень. По идее, по кустам должны нам давать. Что-то не вижу, что наши хоть что-то давали. Вот давайте возьмем сундучок. О, мы его настигли. Так, гостис. Не надо мне дуэли. Ты тем более какого уровня, а? Фу, дай свою. Так. А, уровень 1. Нифига, он даже ниже, чем я. Че это он так бегает тут? Бейте. Стоп, стоп, ты где? Нет, жадный наемник, мне не надо с тобой драться. Я сказал, не надо. Ну ладно, походу придется. На 7-м уровне, по-моему, будет улучшение скиллов 1-го. По крайней мере. Так. Не, ну прикольно все анимировано мне. Блин, а чё их двое-то? Ну, было их двое. Одного я слил. Это уже третий, по идее. Так, ну блин, они быстро меня тачкуют так-то. Все. Сейчас, может, что-то будет для меня. Опа, кувалда какая-то. Давайте. Так, дождется нас. Соло. На 5-м уровне откроется нам, кстати, данжики. Посмотрим вместе. Господи. Как это не для меня? А для кого это там? Для класса воина и... А, уровень. По уровню я не подхожу, да? Окей. Ладно. А что там у него? Плюс 32. О, вот это хороший молот надо оставить. Убейте Колтона. Что-то такая-то арена. Он что, сейчас будет превращаться в кого-то? А, его уже бьют, подождите. Эй, втроем. Ладно, давай. Он как-то медленно убивается, так что давайте сначала этих наемников сольем. Смотрите, мы толпой его просто убьем. Также, кстати, у меня, дорогие друзья, будет 2-й аккаунт. Я буду играть за также новую расу, но только за монаха. Насколько я знаю, почему-то нету монаха хила. И это очень странно. Ведь должен быть хил. Все. Уровень 10 он. Так, ух ты, мешочек, мой мешок. Ух! Ой, ты кто? Нифига себе, зараженный капитан. Так, а что у тебя там по ХП не тратится? А, да, вон тратится. Вон, видно, справа удобная панелька. Все. Акция успешно завершена. Вау, акция даже какую-то завершили. Да, какой черный экран? Там лут я мог подобрать. Винтовка. Совет, если вы застряли в текстурах, воспользуйтесь функцией... А, стоп, а что у нас тпхает-то? Я так-то не хотел этого. Ну окей. Что у нас там? Так, 30 минут, ладно, все, дорогие друзья, на этом будем заканчивать. Сейчас посмотрим, где мы окажемся. Дорога фортуны. Это типа, чтобы мы не искали дорогу, не бежали, нас решили автоматически сюда. Давайте на карту зайдем, посмотрим, где мы. Так, ну, мы были... Ну, короче, сдвинулись чуть-чуть. Ладно, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вы были на канале Gamer Rush Mobile. С вами был я, Бима. До скорых встреч!